своими глазами. Государственная гидрометеорологическая служба объявила оранжевый уровень метеоопасности в связи с усилением ветра и обильными осадками. Предупреждение действует со среды 27 января по четверг 28 января. На большей части территории страны пройдут сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Также ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Местами прогнозируется метель и снежный накат. На дорогах может образоваться гололедица.